Ксюша тут собралась рисовать. Что ты будешь рисовать? Я вот удивляюсь, как еще бассейн не разорвал на части после того, после их купания. Ну представь, что ты на море. Накидайте еще песочку. А что ты там себе на руку заклеила? Что у тебя с рукой? Многие спрашивали, жалуются ли на нас соседи. Дети, остаетесь одни. Буквально на часик. Доброе утро! Доброе утро! Мама делает нам оладушки. Оладушки, оладушки. Оладушки. Так, у нас продукты уже заканчиваются, поэтому у нас даже на завтрак ничего нет. И будем делать оладушки. Молоко закончилось. Что у нас еще закончилось? Йогурт закончился. Все закончилось почти. Фрукты? Нет, фрукты. У нас еще яблоки остались. Нужно за продуктами уже. Давно мы не жарили оладушки. Масло есть. С которым ты играешь. Ну хорошо, ребят, я уже все, я уже не кашляю. Уже тут собралась рисовать. Что ты будешь рисовать? Смотри, как он тут. Угу. Смотри, повтори. Что ты рисовать будешь? Не знаю. Моими маркерами. Обложила здесь, смотрите, компьютер, да, планшет. Это... Маркуша сбегала уже в магазин. Марко! За мукой. Когда мы за продуктами ездили? Когда мы последний раз ездили в магазин за продуктами? А, Ксюнь? Где-то в четверг или в пятницу? В пятницу, по-моему, да? Прошлую. Ну вот уже неделя прошла. Так что завтра, сегодня-завтра нужно уже за продуктами опять ехать. Помогаешь? Молодец! Ты молодец! Во как, во как. Купаться когда пойдете? Нужно включить это, у нас очень жарко. Кондиционер прибавить немножко. Тут на двоечке стоит. А я на тройку прибавлю. Жарко! Сегодня 30. 30? Надо купаться. Нужно открыть вот эти вот. Открой, чтобы солнышко попадало. Ну, нормальная водичка. А папа сегодня купит хлопья? Наверное, должен купить сегодня. Иначе вода испортится и все. Да. Солнышко попадет сюда и будет греть. Немного, конечно, но... Да, ну, потому что солнышко еще там. Да, сейчас оно передвинется на серединку, и здесь будет солнце. Так, что там наши мурашики? Опять домики появились? Смотри, видишь, сгорела трава. Это то, что Макси поливал. От того, что вы воду сюда плескаете. Или воду. Оно на солнце сгорело. Вот домик еще, вот домик еще, вот домик еще, вот домик, вот домик, вот домик. Смотри, вот домик, вот домик. Вот они надоели, а. И вот маленький. Жарятся оладушки. Вон сколько уже нажарила. Сейчас будем кушать. Да? Жарю оладушки и параллельно смотрю новости Кыргызстана. Обращение президента. Жаль, конечно, что там происходит сейчас. Слежу за новостями. Там бабуля моя. Тоже, конечно, переживаю. Вот. Но надеюсь, что все хорошо будет. Все это скоро пройдет. Все, приятного аппетита.
Зачем тарелка? Не такие оладушки получились, конечно, они чуть не поднялись у меня, не пышные. Не сработала реакция. И так сойдет. И так сойдет. Ну ладно, и так сойдет. Не обязательно пышные. Угу. Сейчас бы еще сметанку. Ты помнишь сметанку хоть? И ты тоже. Вообще, как можешь помнить, ты маленькая была. Тебе года 2-3 было. Она очень вкусная. Сметанка? Какого цвета? Белая. На что вкус похож? Я больше добавляла. На вкус, как нормальный йогурт, но немножечко. Послаще она, да. Она пожирнее и погуще. Ладно, будем мы кушать. Пить чай, смотри, какие у меня пузырьки. Пузыречки! Так, вот сейчас поймаю их. Это что? Оп. Это, как говорили, денюжка. Если у тебя, да, пузырьки, нужно вот так вот ловить. И это к деньгам. Вот так вот. И съедать их. Раньше так говорили. А мы будем, раз у нас нет сметанки, мы будем вот такой вот с абрикосовым вареньем. А вот это малиновое. Всем нравится варенье, только мне нет. Почему? Ты очень... Какое тебе? Какое тебе? Вот это? Мне вот это. Каролине нравится варенье. Нет, Максу тоже нравится. Мне больше абрикосовое нравится. Ну-ка, давай силачка. Опа, видишь, она открыла. У Ксюши больше силы, что ли? Моя подушка всегда меня спрашивает, если я бутылку, У Ксюши руки сильные. Ну что, это в море тоже песок. Ну, представь, что ты на море. Нет. Накидайте еще песочку. Каролина купается ей. И что? А если мы везде песок? А если мы везде песок? Потом она будет грязная вода. Ну, и там чуть-чуть, Ксюш, что ты вредничаешь? Нет. А, это не для плавания, Макс. У тебя водичка будет попадать туда. Это для строителя, чтобы пыль в глаза не попадала. Я думала, это для плавания. А где мои синие, которые в море нашла? Не знаю. Нашла и потеряла. Да, нашла и потеряла. Чё? Это очки. А сульки только простые. Так, все, садимся обедать. Мы доедаем супчик наш. Как хорошо сегодня, не нужно было готовить обед. Будем доедать супик. А на ужин нужно будет готовить. Все, приятного аппетита. А что ты там себе на руку заклеила? Что у тебя с рукой? Пластик. Зачем? А больно теперь, да? Он же больно дирается. Я знаю. И что у тебя с рукой? Что с рукой? Ничего. Почему тебе пластик? Мама, одень купальник, пожалуйста, ты с нами. Я не буду купаться, я буду загорать. А? Я буду загорать. Ага, хорошо. Мама, смотри. Ничего. Я очки сделала же еще одни. А, ты взяла. Да, я взяла. Смотрите. Многие спрашивали, жалуются ли на нас соседи. Если честно, пока никаких жалоб не было. Не знаю даже. Получается, над нами... Над нами живет семья с детьми тоже. Напротив дома там тоже семьи с детьми. А справа от нас живут, ну, уже муж с женой, но они в возрасте, ну, 60 им точно есть, может, чуть побольше даже, 65. Вот, но они как-то пока еще ничего нам не говорили. Я тоже стараюсь, чтобы они в определенное время не шумели, потому что здесь в обеденное время, утром в определенное время нельзя шуметь, в обед нельзя шуметь, когда обедают, и вечером. Вот. И я, конечно, в это время им не разрешаю шуметь, а так, в принципе, это... дети есть дети. Их не успокоишь, их на место не посадишь, чтобы они сидели, ничего не делали, им нужно движение. Поэтому пока никто не жаловался. А я наконец-то полегла позагорать.
Маргарита, она вообще, она заводила такая, она, наверное, по ней сразу видно, что человек активный, и она спокойно сидеть на месте не может, она обязательно, она на всех заведет, она прям такая, она зажигалка, вечно шумно, там, где она, там шумно, и вообще, вот так вот. Я вот удивляюсь, как еще бассейн не разорвало на части после того, после их купания. Это вообще. Я вот смотрю, он уж прям растягивается вот от этого давления. В чё вы играете? Я тут заметила, я что мама, они собака, играют Макс в дочки-матери. А где собака? Там. А это кто? А это кто? Это бэйби. Это бэйби? Маргарита. А это мама? Да. Понятно. И я собака. И ты собака. А как зовут собаку? Макс? Да. Нет. А как? Макс. Мистер Макс. Мистер Макс, здрасте. Маргарита, чем старше, тем она это больше ребенок. Ребенком становится маленький. А Ксюша у нас наоборот. Чем старше, тем серьезнее. Вот сидит, играет. Ксюш, они там в дочке-матери играют. Может, тоже пойдешь? А? Нет. А что? С мальчиком разговариваю. Ты с мальчиком разговариваешь? Да. О май гад. Я делаюсь, как он. У меня что за мальчик? Ну, это с ТикТока. Угу. Вы одинаково одеты даже? Да. У него просто другие волосы. Что там папа привез? Это маска, дай посмотрю. А я это не знаю, мам. Мамочка, да, вот это. Нет, это мое карабин. Подарила мама. А, еще таблетки, хлорка. Нет. Можно дышать, да, вон там? Марго, да, тушь под водой можно. Их пишу. Круто. Ты тоже будешь купаться? Давай. Ты уже поиграла много. Смотри, что она делает. Зачем ты сама себя кусаешь? Маргарита. Тут пол мокрый, уже намочили весь. Вот эта штучка синенькая будет чистить водичку. А там таблетка внутри. Но они тут нужно этим пройтись. Вот, сито наше. Взяли, главное, мое. Испортили мне теперь это только вот так вот, для водички. Чтоб чистить. Правку. И мусор. Макс, мама, у тебя большая. Там будет. Смотри, у тебя глаза все закрыты. Мама, там будет, да? Угу. Нет, Макс, это для больших. А Бонни боится эту маску. Покажи ей маску. Она боится. Нет, это на бабочку похоже. Да, это какая-то это, как стрекоза, только на бабочку похоже. Тихо, она пускай сядет, она сейчас сядет где-нибудь, она устанет и сядет. Только что Бонни не съела, Бонни, фу. Что это такое вообще непонятное? Бонни, подожди, садись. Это стрекоза. Это стрекоза. Улетела. А так Бонни запросто ее съест. Мама. Что еще? Что, летает еще? Она ко мне. Почему здесь лужа? А потому что Макс нашел мокрым. Макс. У нас здесь... Нет, это уже было. Это уже здесь было. Розетка. Намочите потом. Все, улетела. Он зашел. Она. Не ушла, а улетела. Улетела, да. На мои ноги. Зачем? Не знаю. Глаза закрывает. Это для взрослых. Папа должен есть меньше. Ну вот видишь, папа купил большую сильно. Дети, остаетесь одни. Буквально на часик. Хорошо? Сидим, смотрим телевизор, мультик. Мы с папой идем в спортзал на час. Тут возле дома. Буквально там 5 минут на машине. А вы смотрите телевизор, и мы привезем мороженое, хорошо? Да.
Ксюша, Маргарита будут за вами следить. На улицу не выходим, хорошо? Не купаемся. Мороженое хочешь? Ну, привезем мороженое. Поехали. Как буква X. Крестик на небе. Нарисовали. Это я. Че, испугались? Да. Я забыла карточку. Да, мне карточка же нужна, чтобы зайти. Все, пока. Это далеко? Нет, это здесь 2 минуты. Все, мы закончили занятия. Занимались час. Quanto una ora? Una. 1 часик позанимались. Сейчас мы поедем за мороженым, потому что мы обещали мороженое. И домой. Мы вернулись. Закрыто. Блин. Купили мороженое. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Вот этот ребенок самый такой вот, который нас ждет. Ждет нас всегда. На, держите. Как обещали. Нормально все было? Я не знаю, это peanut butter cup. Peanut butter cup. Держите, peanut. Да, мы думали, что вы карамельку хотите. Вы же всегда же карамельное кушаете. Все, давай садиться, будем накладывать в тарелочки и спать. Все, папа, отправляем спать. Бончик, ты уже гуляла? Бончик мой, Бончик. Такая попка у тебя как шарик. Попка у тебя как шарик. Да. Все, пока. Пока, мамуля. Пока, ребята. Спокойной ночи. Все, пошла я укладывать. Папа уже спит. Завтра у нас много дел. Завтра за продуктами. Потом приедет заниматься гитарой. Потом нужно будет еще в спортзал опять пойти. Все, пока, Бонни. Пока-пока.